А что рисуешь, Эльмир? Маму. Покажи. Красиво как. Ты любишь рисовать? Да. В свободное время часто рисуешь? Да. Я рисовала всегда, да, это получается. Хорошо. Какие еще предметы в школе нравятся? Русский, физра, технологии, математику, я думаю. Все нравятся, да? Ну да, кроме тематики. Учиться нравится? Ну да. Просто по математике трудно. Где Кристина? В соседней комнате. Можете объяснить причину того, что мы не сообщали о себе и Эльмире родным? Ну, у меня не было телефона, а номера я не запоминаю, потому что они у меня в моей книге телефоны. И я больное внимание не уделяла, что там запомнить как-то, не думала, что так будет. Не, а вы не думали о том, что вот мать Эльмиры, допустим, волнуется? Ну, я думала, но я не думала, что до такой степени. Я думала все-таки, что она моя племянница. Я думала, что она не с чужим человеком. А вот можете объяснить причину, почему вы не поехали, допустим, в Ульяновск домой? Мы встретили человека, который сказал, что нам поможет, отвезет нас туда, к моей маме, в Ульяновскую область. Вот. Он сказал, давайте я вас сейчас говорит, отвезу себе домой, покажу. Там, ну, там посидите, там, я покрашу. Денежка будет. Покрашу что? Машину, покрасить машину. Вот. Потом получилось так, что у него машина сломалась, и там чуть с коробкой, и пришлось ее тоже делать, пока это.